Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь вопрос интересен некоторой своей такой противоречивостью, скажем так. Моя проблема в частых ссорах с молодым человеком, пишет автор Полина. Я не буду читать вопрос, я буду его комментировать, да, зачитывая потихонечку отдельным моментом. Вы пишете, что ваша проблема в ссорах с молодым человеком. Что требуется сделать здесь? Во-первых, изучите в интернете психологическую игру «Скандал». Очень важно это сделать. Очень важно это изучить, потому что так вы сможете для себя вот несколько лучше понять, что ли, несколько лучше увидеть, что ли, то, с чем вы ну, по факту имеете дело. Вот. Дело в том, что психологическая игра «Скандал» представляет из себя определенный набор проблем у человека. То есть люди скажем так, ссорятся, когда, во-первых, в той или иной степени ну, боятся ну, эмоциональной близости, то есть речь идет о ну, в первую очередь, о психоэмоциональной близости. Это важно понимать. Вот. То есть речь идет именно о психоэмоциональной близости. То есть, скажем так, о ситуации, когда человек должен по той или иной причине поделиться, скажем так, своими чувствами. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Также ссоры возникают, когда люди скрывают в той или иной степени свои эмоции, свои переживания, свои чувства. То есть вот именно пытаются
это скрыть. Пытается сделать так, как будто бы этого или нет, или это не так важно. Это приводит к конфликтам. Почему это приводит к конфликтам? Ответ довольно прост. Потому что человеку тяжело. То есть вот человеку элементарно тяжело находиться в том напряжении, в котором он находится. Ссора снимает это напряжение. Скажем так, она это делает легально. Она это делает максимально безопасно. Но при этом, к сожалению, само собой страдают люди. Страдаете вы, страдает ваш партнер. К сожалению, да. Такова цена за подобное проявление. Дальше. Я обычно провокатор, первый начинаю ссору, первое вспоминаю старые обиды. Могу достаточно грубо ткнуть ему в это. Что ж, хорошо, что вы это признаете. Хорошо, что вы можете это ну, признать. Хорошо, что вы находите в себе силы это признать. Вы в этом смысле большая молодец. Потому что людям довольно часто сложно признать то, что они сами начинают, условно говоря, что-то провоцировать. Поэтому то, что вы признаете, это здорово. Как минимум, это говорит о том, что, возможно, вы готовы меняться. Возможно, вы готовы работать над собой. Конечно, довольно интересным выглядит аспект того, что вы об этом как-то говорите. Ну, то есть вы говорите, что вот я первый начинаю ссориться, первое вспоминаю, значит, обиды. Вот. А что вы хотите-то с этим делать? Ну, в принципе, может быть, вы хотели бы избавиться от обид, вот, или как? Может быть, вы хотели бы увидеть
более полную картину. Например, того, что вы занимаетесь провокацией, чтобы, допустим, не провоцировать или более корректно говорить о своих чувствах, там, что вам, например, хочется, не прибегая к, допустим, провокациям или к обидам, к чему-то, ну, к чему-то такому. Интересно ли это вам? Вот это момент, на который, как мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Дальше. Могу достаточно грубо ткнуть ему в это. Ну, то, что вы грубо можете ткнуть, это, на мой взгляд, связано, конечно, в первую очередь с тем, что у вас есть агрессия. Агрессия возникает, как правило, когда мы чего-то боимся. Да. Вот. И агрессия возникает, когда наши личные границы оказываются нарушенными. Здесь очень важно посмотреть на то, откуда проистекает ваша агрессия, то, что вы так вот можете грубо, как вы сами говорите, человеку ткнуть во что-то. Ну, я думаю, что, в принципе, наверняка вы понимаете, что можете ткнуть вы, можете ткнуть, может, точнее, ткнуть и он вам, вот. То есть в этом смысле ситуация может вести совершенно в никуда. То есть это может только лишь вот, ну, по сути, быть историей про постоянное обвинение, да, то есть вот, ну, постоянно просто друг друга обвинять, да, постоянно такое вот кидание предъяв, вот. А что как бы дальше? Так, значит, за 2 года отношений часто расставались, сам он бегал, в итоге мирились. Такая у меня защитная реакция, при любом экономике конфликт, правильно, начинает собирать вещи. Это манипуляция, а не защитная реакция в данном случае. То есть вы так обращаетесь со своими чувствами. Вот. Не знаю при этом до конца, что вы чувствуете. То есть, ну, например, это может быть страх, это может быть
какую-то рэкетное чувство по отношению к вам самой. Вот. Но тем не менее, то есть очень важно здесь увидеть, что называть то, что вы описываете защитной реакцией, да, может быть и имеет место, но в данном случае есть подозрение, что это звучит и выглядит как оправдание. То есть вот как будто бы вы оправдываете себя. Если это так, то это не лучшая поведенческая, это не лучший выбор, который вы можете сами для себя сделать, потому что оправдывая себя, вы не развиваетесь и не движетесь, ну вот, куда-то, да? То есть вот оправдание в этом смысле вам практически ничего не дает. Ну, если быть точным, да, то вообще ничего оправдания вам не дают. Ну вот, не способны, в принципе, ничего дать. Вот. Дальше. Значит, видимо, у него это дошло до точки кипения, она надо выбраться мои вещи из окна, а потом при очередном расставании плюнул мне в лицо. Ну, это агрессия переполняет. Может, толкнул в лицо, пощечин бобов не было, просто толкнул, либо говорит, что хочет ударить, но сдерживается. Это агрессия. Это агрессия как его, так и ваша ему передается. По правде говоря, рукоприкладство началось с меня, год назад надавал ему пощечину. Опять же, как вы к этому относитесь, что вы собираетесь с этим делать, понимаете ли вы, что это проблема? В момент ссор моих уходов мог закрушить кручек в доме, бегал с ножом, угрожал себя убить, у меня на глазах, значит, аутоагрессия. Вот, сейчас живем раздельно, за это время у него была попытка суицида якобы из-за меня. Ну, то есть тут вы говорите про человека, да, не очень понятно, зачем. То есть, ну, то, что вы находитесь в деструктивных отношениях, и то, что вам, ну, в этом смысле нужно, как мне кажется, в первую очередь, наверное, учиться разговаривать. То есть вам необходимо учиться, ну, конструктивному диалогу в первую очередь. Вот. То есть вам необходимо именно вот учиться взаимодействовать друг с другом так, чтобы не доходило до таких вот моментов. А пока что вы, вот, судя по вашему описанию, да, ну, разговаривать-то вы как раз и не умеете. И диалог ведете весьма деструктивно. Вот. Весьма дисфункционально. Вот. Что, собственно, и создает проблемы. В вашем взаимодействии друг с другом, скажем так. Дальше.
А вы говорите, что он якобы хотел покончить с собой, то есть вы ему не верите. Говорите, если я буду угрожать расставанием, то придет и убьет себя после моего дома. Недавно разгорелась ссора по переписке. Опять же, ваш вклад в конфликт какой? После этого начал оскорблять, и в ответ оскорбил его покойного отца, который не так давно умер, на что он написал, что врежет и убьет меня. Были также пожелания умереть мужчине, зарежет меня и мою мать. Повторюсь, очень много накопился обид, агрессии, все это нужно проживать. Когда-то давно он тоже оскорбил моих родителей, но я так ярко не реагировал. А вы считаете это нормально, что вы оскорбляете его? Его родителей? Сейчас речь не про него, а именно про вас. Сразу после этого он позвонил, извинился, сказал, что все это было сказано со зла, и он так никогда не поступит. Сегодня пошел на прием к психотерапевту, сказал, что хочет меняться ради меня, а вы ради него. Готов оплатить нам семейного психолога, устроить на старую работу, чтобы мы съехали. И что? Как вы сами меняться готовы? Вообще вне ссоры, буквально на руках носит, все для меня делать, готов даже себя в чем-то ущемить, лишь бы мне хорошо было. Это не очень хорошая история, это история про подавление себя, что выражается в том числе тоже в такую вот агрессию. Подскажите, пожалуйста, все это расценивать как просто слова, сказанные на эмоциях, или сигнал о том, что когда-то слова могут перерасти в действие? Нет, слова в действие перерастут вряд ли. Дело в том, что люди, если они, на самом деле, собираются делать вот то, что говорят, да, то они, как правило, делают. Вот, они, как правило, делают. Они не говорят об этом. То есть, вот, в данном случае, если человек об этом говорит, то вряд ли он будет это делать. Но то, что вы боитесь, это говорит о ваших страхах, вот, и как мне, как мне кажется, что имеет большое значение, чтобы вы как бы осознали эти свои страхи, в первую очередь, чтобы вы их увидели, чтобы вы их заметили, вот, и чтобы вы постарались, так скажем, понять, чтобы вы постарались понять, что ваши страхи – это исключительно ваши страхи, что они не имеют отношения к реальному положению вещей. Ну, вот. Именно к реальному положению вещей. Но в то же время то, что вы боитесь, может свидетельствовать об определенной, опять-таки, агрессии. Понимаете? То есть это вот ваши собственные определенные чувства, которые на вас вот так влияют.
к реальному положению вещей, это отношение может и не иметь, но это свидетельствует об определенных ваших эмоциональных состояниях, на что нужно обратить вам свое внимание. Понимаете, да? Дальше. Так. Ну вот, в принципе, я вроде бы все прочитал. Вот, прочитал ваш текст. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам, соответственно, благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле помощь, пригодится. Вот. Удачи.